термической воды. Линейка Bionic Balance, он потому называется баланс. Во-первых, еще не сказала ничего про слово Bionic, да, вот оно и в названии нашей компании. Bionic — это элемент жизни, бион, элемент жизни. Это, можно сказать, природа еще, да, то есть как в природе, натурально, естественно. Вот это все, Bionic — это вот жизнь, да, то есть вот Bionic Balance, жизненный баланс. То есть все это связано с натуральной продукцией, с естественным оздоровлением. Поэтому у нас такой замечательный бренд, который у нас сейчас везде на всех продуктах, Bionic. Жизненный, несущий жизнь, натуральный, природный, вот так. Вот. Третья линия наших продуктов. Здесь у нас будет, я просто так оставлю, 4 продукта. У меня есть карточка, да, спасибо. Да, водички, спасибо, Наталья, давно надо было. У тебя есть еще? У меня есть. Так, вот это я попробую зайти. Вот. Это еще у нас одна линейка продуктов. Как бы у нее есть такое название. Это была компания, она существовала у нас отдельно, но уже больше года, как мы с ней слились, чему мы очень рады, потому что вот это продукты, их 4 всего. 3 как бы имеют общую основу, и 4 отдельно стоит. Это продукты, даже название Advance, это передовой, лучший, не знаю, передовой такой. Короче, лучше всех. Вот. Компания называлась Advance, вот Advance Coral, это, например, лучший из коралловых продуктов. Я начну вот с этой линейки. Значит, тут 3 продукта, 2 на гелевой основе, и один продукт, здесь у нас жидкость, это дигидрокверцетин. Вот они все на базе дигидрокверцетина. Что такое дигидрокверцетин? Это он вообще как бы известен на рынке здоровья. Этот продукт наделал много шума, в свою очередь. Он открыт Лайнусом Полингом, американским ученым. Наверное, где-то, боюсь соврать, но, может быть, в 50-х или 80-х годах вот прошлого, да, столетия. И его первоначально изготовляли, он был очень дорог, из лепестков розы, из косточек красного винограда. Это, цена его была порядка там, 500-600 долларов за 1 грамм вещества. Вот здесь у нас с вами 3 грамма. И это не порошок, не таблетки, которые есть на рынке везде, а это единственный вообще в мире, единственный на рынке жидкий. Высокой степени концентрации 97%. И он сделан из лиственницы сибирской. То есть вот лет 10 назад был он найден там, извлечен оттуда. Причем это дерево обрабатывающее промышленность само по себе, а веточки, пеньки от лиственницы, вот они идут вот для этого. Это мощнейший продукт. Почему у нас лиственницы растут много лет? Они мощные, здоровые, красивые. Вот, потому что вот такой есть не продукт. Это мощнейший антиоксидант. Ну, я не буду распространяться на тему, что такое антиоксидант, наверное, многие знают, но сейчас больше всего говорят о теории старения и разрушения, как именно вот, о вреде свободных радикалов. Свободные радикалы, они разрушают наши клетки, они образуются вот из внешней среды, в процессе нашего, там, не знаю, пищеварения и так далее. И вот с агрессией внешней среды их все больше, этих свободных радикалов. Вот антиоксиданты – это такие вещества, которые умеют с ними бороться. То есть они их обезвреживают. Вот. И вот это королевский антиоксидант. То есть ну, равного ему нет. То есть ни витамин С, ни витамин Е, они вот тут рядом не стоят. И этот продукт, он очень важен для вас. Еще Лайнус Полинг говорит, что если этот продукт употреблять регулярно, постоянной основе, то это увеличивает нашу продолжительность жизни на 10-15 лет. Почему? Потому что защищает клетки от разрушения. То есть он не дает хозяйничать тем самым свободным радикалам, которые нам никогда не делятся. Плюс это мощнейшая защита наших капилляров. То есть вот то, о чем мы говорим, сердечно-сосудистая деятельность, чистота наших капилляров, а они составляют, ой, по-моему, 80% наших кровотоков, то есть где-то только 20% это артерии и вены, 80% кровотока это наши капилляры. То есть
Это очень большая площадь, очень большая длина, несколько раз можно земной шар поясать, если их в одну линию вытащить. Вот эти капиллярчики тончайшие, которые подходят к каждой клеточке, чтобы дать ей питание и забрать у нее отходы, вот они очень для нас важны. И именно капилляропатия – это вот бич нашего времени. То есть засоренные капилляры, которые решат, ну, если они не работают, то клеточка не получает питание и умирает. И вот этот продукт, он номер один в том, чтобы защищать вот наши капилляры. Как периферийные, так и мозговые, то есть это вот очень хорошо на мозговую деятельность влияет. Это мощнейшая защита практически всех внутренних органов, это и гепатопротектор, это и для мочеполовой системы необыкновенно важный препарат, это и дыхательные наши проблемы, то есть легочные. Вот. Ну, трудно даже сказать, где бы вот, он не нужен. То есть его можно применять, в принципе, на постоянной основе. Он жирненький, его хватает на месяц, это 12 капелек мы можем пить один раз в день профилактически или два раза в день, добавляя воду. Вот. Очень вкусная получается вода, можем под язык. Вот. Допустим, даже брать с собой и в течение дня вот там, 3 капельки под язык капнули, это вас защитит там, от инфекции, от микробов. Ну, то есть это мощная поддержка вообще жизненного тонуса, энергии. Ну, его трудно переоценить на самом деле. Да, на месяц. Вот. И вот эти два продукта, это, можно сказать, БАДы четвертого поколения, потому что они сделаны вот в такой гелевой форме, то есть это не капсулы, не таблетки. Вот. Здесь такие очень приятные гели. Мои внуки называют это дай сладкого вареница. Вот. При этом вот этот такой более, наверное, мягкий продукт, Larix Life, вот, Алиберта, сейчас я скажу, что для чего. Она такая более терпкая, более, наверное, темная, одновременно и сладкая, горькая, не знаю, как сказать. Его многие называют горьким продуктом, потому что там много трав, которые борются вообще-то и работают. Их функция – это противопаразитарная работа в организме. Но одновременно они, хотя здесь никакого сахара нет, просто за счет самого состава этих трав. То есть все известные травы, которые работают, борются с паразитами, здесь порядка десятка этих трав, я не буду перечислять. В принципе, опять у нас на сайте есть библиотека, прекрасная статья про вот этот продукт, про Либерту, зачем он нужен, какие травки, с чем они борются. Вот. То есть очень много болезней, очень много инфекционных болезней, в том числе, носят паразитарный характер. Причина – это наличие паразитов. Я не буду опять на эту тему много распространять, но, в принципе, это продукт номер один, который мы должны употреблять до даже всего остального. Сейчас мало у кого паразитов нет. Если у нас есть домашние животные, которых все мы любим, держим дома, и кошек, и собак, хотя собаки все-таки это не комнатные животные, им надо бегать в природе, быть вольными. Вот. И они являются носителями, а нас награждают сокровищами. Поэтому профилактически мы обязательно должны минимум раз в год, если у нас нет животных, два раза в год для взрослых, если есть животные, четыре раза в год для ребенка, потому что дети из разных семей, они что в школе, что в саду, вот, там все вот так вот перемешано. Вот. Это совершенно безопасный продукт, он вкусный, очень мягко проходит. Что самое интересное, кроме того, что он очень вкусный, его надо вот, ну, открыть, да, этот гель просто, ну, подержать как бы во рту, рассосать под языком, не глотать сразу, чтобы он всосался языком. И помимо того, что он влияет на паразитов таким образом, что им становится некомфортно у нас, и они уходят, этот же продукт одновременно влияет весьма положительным образом на всю систему пищеварения и выделения. Вот выведение, что кишечник, что почки, то есть улучшает их работу. И даже если мы применяем его днем, там часы, вот там после 2 часов, там, 16-18, то он может даже вплоть до язвы желудка. Если мы его употребляем на ночь утром натощак, то это против паразитов. В принципе, рекомендация одно США в день, да? Ну, мы говорим, если против паразитов, то на ночь. Вот. Но по-хорошему, если вы первый раз делаете, давно не делали, то лучше начать хотя бы 2 раз, еще утром натощак, а потом уже вот так перейти. И тоже опять месячного курса, конечно, не хватит, потому что инфекционный период у разных паразитов разный. А опять у нас есть человек, который плотно связан с этим, с пациентами, которых они говорят, что даже у самых домашних, чистых якобы кошек, когда хозяева говорят, что у них не может ничего быть, есть эти паразиты, они проверяют. Любовь наших животных обходится не очень дешево.
такое? Это такой продукт. Он на основе дегидрокверцетина, вот того же самого, да, который позволяет, опять, за счет того, что он влияет хорошо на сосуды, донести нужный продукт до самых тончайших капиллярчиков и до самых далеких клеточек. Вот. И плюс есть более десятка трав, которые прекрасно влияют на эту проблему озвученную. Второй продукт, да, в коробочке 15 саше, и в целом, когда у нас продается, это комплект, это две коробки 30 саше на месяц. Вот. Второй продукт, это Ларикс Лайф. Ларикс — это вообще лиственница, ну, скажем так, жизнь лиственницы, да. Вот. То есть здесь два продукта в составе, это дегидрокверцетин плюс арабиногалактан. Арабиногалактан, он тоже делается, извлекается из лиственницы, и это тот продукт, который прекрасно влияет на нашу кишечную флору, на полезную кишечную флору. То есть, если нам, ну, в магазине предлагают там лактобифидобактерии в кефирчиках, в творожках, то, в общем-то, ну, странно было бы этому верить, потому что, проходя через желудок или агрессивную кислую среду, они не выживают просто. Кишечники для них должны работать, у нас щелочная среда. А вот этот продукт, он является, ну, роскошным пиршеством для этих бактерий. То есть они вот на нем растут, как на дрожжах. Вот. Этот продукт, поэтому, опять же, являясь классным капилляром, я заканчиваю. Я знаю, что я опять, да, долго. Коктейли? Мы говорили про них. Только нам никто не принес попробовать. Мы можем их принять? Да, наверное, да. А у нас есть новенький, кто не пробовал коктейли? Да, есть. Есть, да? Двое? Двое вас? Любочка, у нас двое новеньких. А, и вот, трое. Да, конечно, конечно. Угостите нас коктейль. Такая волнительная среда субтитров. На воде. Это овощи. Я пока водички попью. Да? Вот, с овощами, да. Вы сейчас выпейте, куда вы Я могу пока, да, продолжать? А вы мне потом только скажете, понравилось вам или нет. Вот. И второй, значит, вот этот Ларикс Лайф, да, он мягче вкусом, вот. Но мне почему-то он сначала понравился меньше, чем Либерта. Возможно, опять-таки, моему организму была на тот момент больше нужна Либерта. Теперь же я уже наелась вдоволь, я его ела несколько месяцев вообще, мне так вот хотелось. Потом я даже пробовала несколько штук там сзади и так далее. Ну, вот у меня такой бзик, наверное. У нас собаки были долгое время. Прекрасные коляшки, вот, которым мы создали, опять-таки, невольную жизнь, потому что эти сами собаки, которые должны вообще носиться в просторах, там, сгонять это в стадо и так далее. Дома им вообще не жизнь, с ними надо много гулять. Вот. А потом, вот теперь, я люблю этот Ларикс Лайф, но просто я без него не могу больше. Я готова его есть подряд, по две штуки сразу, там еще и еще. Вот. Он прекрасно совершенно, значит, это классный капилляр-протектор, да, то есть защитник наших капилляров, восстановитель капилляров и мощный продукт, который очень хорошо поддерживает иммунитет. Плюс, что отмечено, это продукт, который совершенно потрясающим образом работает вот для пожилых людей. Для каких-то вот у кого отклонения, там, сердцебиение, что-то не так вот уже там дышит, стучит, стукает неровно, да, и так далее. То есть люди начинают себя, вот кто они регулярно, вот опять наши мамочки, да, они хорошо себя чувствуют, становятся опять бодренькими, ездят опять на свои дачи и так далее. Им не нужны какие-то другие лекарства, то есть вот на этом продукте они себя прекрасно чувствуют. Он вкусный, вот, и он очень полезный. Опять-таки его очень любят дети. Я когда давала, у меня двойняшки, младшие внуки, я давала им первый раз попробовать втайне от мамы, потому что мама у нас ничего не хочет своим детям давать. Вот, и они пробовали, девочке не очень понравилось, она как-то, я ее разделила пополам, такие, ну, тем более ребенок, да, вот, хотя ей, ну, 6, почти 7 лет. Она так взяла вот так, и так идет. А Егорка съел, говорит, вкусно, и на Женю смотрит, а Женя, и так вот она с этим ртом, я говорю, Женя, что невкусно? Она говорит, нет, я кузиклю, ничего, ничего страшного. А Егор говорит, а дай мне все остальное. Вот. И потом, ну, как-то так, ну, не понравилось, не понравилось. Но Егорке, в принципе, он был и нужнее. Он такой, девочка крепкая, мальчик такой чуть-чуть, ну, послабее, похудее. Вот. А потом прошло какое-то время, я у них была, достаю себе это и ем. А я нам, бабушка, я говорю, Женя, помнишь, тебе не понравилось? Бабушка, я бы еще попробовала, может, мне теперь понравится? Понимаете? И вот они съели, и им уже одной не хватило. Они потребовали, дай каждому еще по одной. Я говорю, маме не закладывайте. Вот. А что бы, казалось бы, да, не давать деньги? Так, пока бы они дома нас не слышали.
Вот. Так что еще раз говорю, вкусное, полезное, безвредное. Не знаю, как без него. Ну, их тоже разновредное. Ну, вот это лучше, знаете, как говорить, накорми свои бактерии, а потом накорми себя, да? Вот вы собираетесь есть, там, ну, в любой прием пищи, там, лучше йода. Не вместе с этим? Да. Ну, а зачем вместе? Можно, да. Это больше на ночь и с утра еще, пока вы не ели, например, да? А это где-то, ну, допустим, в обед, там, в какой части перед едой. Ну, я просто с собой беру на это, даже проголодаешься. Вот. Как-то, да, долго все рассказываю, не знаю, меня потом, наверное, побьют. Еще один продукт. То есть я вот эти вот продукты отдельные из этой линии, они все такие вот суперзвезды. Они совершенно отдельные, каждый решает конкретную проблему, и они очень классные, очень ценные. Вот. Еще один продукт называется Advanced Core. Это на самом деле, ну, продукт переработки настоящего живого коралла. Ну, не знаю, живой, значит, наверное, он уже вообще-то не живой, но который был кораллом когда-то и рос и так далее. То есть этот продукт нам поставляет американская компания, где он взят, да, выкопан, добыт. Это на островах, японских островах, Окинаве и что-то там еще как-то, я второй забыл, как, ну там рядом, да. Самые здоровые жители у нас, самые долгожители, это именно вот японцы. Почему? Потому что много употребляют морских продуктов. Что касается коралла, то это вот он ведь растет. Вообще кораллов, видов, по-моему, более 5000 и более 2000 таких наиболее известных. Вот это коралл Санга, это белый коралл Санга, который вообще по составу своему, вот, он практически идентичен составу нашей костной ткани. То есть вот наш организм его воспринимает вот как свою костную ткань. То есть и по пористости, и по всему он даже прорастает сосудами, прорастает капиллярами, прорастает этими сухожилиями, воспринимается организм как свой. Я знаю, что есть даже клиники во Франции, еще где-то, где вот удлиняют конечности таким путем и так далее. Что важно для нас? Ну, технология его добычи, она очень интересна, там его вручную. Во-первых, это тот коралл, который уже вырос, да, это на самом деле, так сказать, животное с душой минералов, как, или растение с душой минералов, я уже забыла, как правильно. Вот. Но суть в том, что это живое существо, которое вот все эти морские там соли, морские элементы переработали, оно для нас уже пригодно практически на 100%. То есть мы это воспринимаем, здесь кальций и плюс более 70 элементов, микроэлементов, которые нам нужны вообще, да, ну, в разных количествах, и они здесь вот в этом сбалансированном таком количестве. Плюс те самые элементы, которые необходимы. Мы знаем, чтобы кальций усвоился, там нужен фосфор, нужен магний, да, вот это все здесь есть. И поскольку здесь достаточный магний, этот продукт влияет прекрасно на нашу нервную систему, если мы употребляем его на ночь, то мы не только даем полностью минеральный необходимый состав нашему организму, опять то самое питание, которое нужно нашим клеточкам, и кроме того, мы их хорошо благотворно воздействуем, успокаиваем нервную систему. Если мы употребляем на ночь, люди, страдающие бессонницей, хорошо спят. Вот. Что еще я тоже заметила, я говорила, что да, коктейль я стала пить, я стала меньше есть. Плюс вот это вот тоже, поскольку здесь есть все необходимые микроэлементы, то если мы это постоянно употребляем, как я сейчас расскажу, то тоже организм получает то, что нужно. Он ведь еды когда требует, вот, да, там пожрать, когда? Когда у нас не хватает вот этого самого клеточного питания. И он просит есть, а мы с вами начинаем, да, того, другого, куда булку закинули, там колбасу, он ничего не получил, он опять просит есть. Если же он получает, это правда, это, ну, на самом деле, да. Я в свое время вот даже как-то читала вот про то, что у нас там целая фабрика, да, это вот все это необходимо, где-то надо взять. Я вообще даже вот не могу представить, как это все вот работает, потому что это тысячи, я не знаю, или десятки тысяч химических реакций. Мне так представлялось, как будто там какие-то человечки такие, там, не знаю, с лопатками, с каким-то еще, там, все это они орудуют. И вот они слушают, когда время еды пришло, да, что там она сейчас закинет-то туда внутрь, в эту топку, да, что даст-то, можно с этим работать? Или куда это потом засовать, да, что там она кинула? Пригодно ли это для работы? Вот. И вот, вот это вот в этом смысле, это вот весьма ценные вещи для нашего организма. И поэтому меньше начинает вести. Меньше начинаешь есть, и все, ну, само собой, на производстве. Вот. Некоторые боятся в плане, что вот, может, у меня кальция достаточно, за кальцием уже надо следить. Ну, во-первых, у нас есть диагностика, которая тоже, она
показывает плотность костной ткани. Вот. Кроме того, как правило, у нас бывают даже там излишки, какие-то закупорки и так далее. То есть вот это вот тот материал, который организм воспринимает, и когда мы даем вообще что-то хорошее взамен того, что у нас есть, организм то плохое выбрасывает, дает хорошее. То есть ничего лишнего здесь у нас не получится. Что-то будет не надо или не усвоить, ну просто уйдет, тоже здесь ваш выбор. Вот. И кроме того, да, еще сам кальций вообще, он необходим более чем 150 химических реакциях в организме. И даже не так, очень во многих реакциях он участвует, и нехватка кальция ведет более чем к 150 болезням. Вот так вот, наверное, правильно. Вот. То есть это очень-очень важный продукт. И что часто, когда люди сдают анализы, в крови может оказаться даже нормальное количество кальция, но это не значит, что у вас все в порядке. Просто это настолько важный продукт, который будет организму добываться из ваших костей, из ваших зубов, потому что без него никак. Но при этом ваши кости и зубы будут страдать. Мы это замечаем, да, когда носим детишек. Вот. Или вот этот остеопороз возраст. Но уже после 30-35 лет уже у многих-многих, вот даже еще молодых людей кальция не хватает. Так что это очень важный продукт вот в этом смысле. Плюс, вот я еще не сказала, не назвала, и дигидрокверцетин, и кальций очень положительно при профилактике или при уже наличии онкологических заболеваний. То есть они тоже существенно облегчают ситуацию. Вот. Но еще кальций участвует в чем? Нам необходимо то, что мы едим вот в современном мире, да, наша современная еда, оно приводит к закислению организма. От закисления у нас не так идут процессы, от закисления у нас разводятся вот эти неприятные нам паразиты, да, которые потом ну, не только мешают нам жить, а приводят ко всяким там серьезным ситуациям. Вот. И нам нужно ощелачивать нашу внутреннюю среду. Вот кальций здесь играет как раз прекрасно. То есть если мы дополняем его, мы можем собирать просто в еду порошок сухой. Здесь вообще, я это уже не сказала, микрочастицы, наночастицы кальция 20 до 40 микрон. Это меньше даже, чем поры нашего языка. То есть это совершенно мельчайшее. Если вот, не знаю, это закрыть еще пузырек. Он распыляется как облачко вот пыли. Я обычно даже эту насадочку воспалительно снимаю и просто вот ложечку насыпаю. И пол чайной ложки на стакан – это ваша профилактическая доза. Ложка на стакан тоже, даже восстанавливающая доза. Можно его смешать с водичкой, капать уже в виде суспензии, тогда там будет уже кальций в ионной форме. Ну и то, когда вы его добавляете в воду, он там тоже становится в ионной форме, усваиваемый. Вот это вот практически 100% усваиваемый продукт. И плюс еще вот в последнее время тоже мы говорим много о том, что есть такая важная вещь, как окислитель восстановительный потенциал воды в нашей внутренней среде. Вот кальций является таким продуктом, который улучшает, изменяет вот этот показатель в отрицательную сторону, что делает воду нашего организма живой, способной правильно работать, выводить шлаки, участвовать во всех процессах. То есть вот столько много свойств этого продукта. Ну вот, собственно, все. И еще, наверное, совсем в двух словах, еще в одном продукте. На месяц. Профилактическая доза на месяц. Да, да. Казалось бы, но тут очень много чайных ложечек, насколько у меня уже. Вот. И есть у нас еще один продукт, это бионик шоколад. Вот. Скоро его привезут, у нас сейчас его нет, и мы очень страдаем. Ну, сначала показалось, вроде он и дороговат. Да. Это натуральный продукт, австрийский, специально изготовленный для нас по нашему заказу, по старинным технологиям. Австрийским, вручную изготовлен, и столько натуральных продуктов, там какое участвуют все ингредиенты, они все, там если это молоко, то от коров, которые питаются натуральными продуктами и так далее. То есть насчет био там стоит вот такой 100%, совершенно натуральный продукт. Плюс там содержится море антиоксидантов, которые опять-таки для нас важны. Вот. И, короче, много необходимых продуктов для здоровья, его можно даже диабетикам, его можно малым детям, его можно тем, у кого бывает аллергия. Вот. То есть, кроме того, что он очень полезный, весьма полезный, он очень сытный. Вот. Это плиточки, ну, там у нас такой бокс, в нем 12 плиток, 6 видов по две каждого. Это такие 70-граммовые толстенькие плиточки, они с разной начинкой. Они, я не знаю, как сказать, вот это не сразу конечно. Вкусно, еще какой-то. Первый раз вкусно, да. Вот. Потом ты понимаешь, что пирог, шоколад уже не хочешь. Вот я первый набор делала, я взяла там,
для себя. Потом я взяла подарить, я думаю, это стоящий подарок такой, да, такой ценный. Вот. Потом я понимаю, что я другого шоколада не хочу. Сейчас у меня сделано 2 заказа, а он никак не придет, и я уже не знаю, когда он будет. Его хочется, им очень насыщаешься, то есть вот ты буквально кусочек съешь, и вот, не знаю, опять-таки сытность, полезность, прекрасное самочувствие, бодрость, совершенно роскошный подарок.